Здравствуйте, мы находимся на выставке CPM-2019. Мария, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Я знаю, у вас очень интересный бизнес. Да, я представляю журнал «Интимода». Это крупнейший журнал о нижнем белье и о купальниках, о пляжной одежде в России и странах СНГ, который распространяется. И на этой выставке 5 сентября мы будем проводить конкурс молодых дизайнеров нижнего белья. В этом году купальники, потому что сезон летний. Будет проходить показ молодых дизайнеров из разных стран мира. В этом году у нас есть и представители из Колумбии, и из Франции. Российские также дизайнеры, которые шьют одежду в Италии, в самой России. То есть будет представлена такая палитра молодых дизайнеров, новых талантов, которые мы отбираем тщательно каждый год, проводим конкурс. У нас есть победители. И 5 сентября в 4 часа вечера в павильоне CPM Beach and Body будет проходить показ моделей, новые дизайнеры, которые представят свои коллекции. А приоткройте завесу тайны. Может быть, есть какие-то интересные модели, которые вас покорили лично? Да, и в этом году очень интересные, так скажем, оригинальные даже дизайнеры у нас выступают. Наш победитель Gold Key, бренд, который представляет одежду декорированную в виде ракушек, которая прикрывает, соответственно, бюст декорированными камнями. Очень все необычно смотрится в стиле барокко. То есть такие купальники, которые вы просто так не встретите на пляже, это совершенно уникальные модели, необычные. И это наш победитель, соответственно. Есть и более такие универсальные какие-то модели, подходящие всем женщинам, которые, может быть, не любят экспериментов, серьезного такого шика, роскоши, такие более упрощенные, но очень утонченные, классические, изысканные модели из лучших, конечно же, материалов, которые отшиваются, все эти купальники отшиваются вручную. Дизайнеры тщательно все прорабатывают, естественно, эскизы прорабатываются тоже вручную из лучших тканей. Есть другой бренд, который, например, за основу купальников берет картины известных художников и потом переносит, собственно, на ткань какие-то картины в очень сочных, таких ярких оттенках с необычным дизайном. То есть это не только цветочки, там ракушки, какие-то полоски, ну, классические модели. Это полноценные буквально произведения искусства, перенесенные на купальник. В общем, в следующем году мы будем красивыми щеголять в купальниках по пляжу. Да. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам.